жизнь. Он всех убил. Он заплатит. Пусть он умрет. Сдохнет, как последняя шапка. Я не сдамся. Я скоро продолжу борьбу. Я убью его. Это мой дом. Вся моя... Он всех убил. Он заплатит. Ты сдохнешь тут! Я сражался за Родину. Отказ от повиновения повлечет суровые последствия. Да.
Thank you.
Аджай здесь. Кому нужна охрана? Людям нужны стволы против деплера. У нас груз винтовок готов к отправке. Доставишь их? Конечно, высылайте координаты. Хвала богам. Водитель ждет. Надеюсь, это не Аджай, значит, что война идет к нам. Рад тебя видеть. Получилось? Отлично! Быстрее, мы опаздываем! Мы укрепили верх грузовика! Деплер Демон. Один знакомый ушел в армию короля. Сказал Пейган, это будущее Кирата. Далеко не уходи! Мало времени! И тайно похоронить мать, отца и сестру. Страшная правда в том, что будущего у Кирата нет. Теперь видишь, с чем мы столкнулись и почему сражаемся. Спасибо за помощь. Что бы ни случилось... Слава Золотому Пути! Аджай, рад тебя видеть. Мне сообщили, что припасы доставлены, Аджай. Отлично. Займусь распределением. Запасы у нас скудные.
Сабал. Ну что, пригодились тебе данные из лагеря? Ты их хоть читал? У меня есть для тебя новая информация. Надежная. 9 моих людей мертвы. Они погибли из-за тебя. Мне пришлось сделать трудный выбор. Правильный выбор был очевиден! Выбор твоего отца! Выбор золотого пути! Это был наш путь, пока не погиб Махан, и мы не увязли в дерьме! Амита просто не понимает! Для нее самое главное — это цель! Она готова жертвовать человеческими жизнями даже по самым ничтожным поводам! Поэтому я тут. Я вмешался, потому что знал Махана. Я уважал его взгляды. Пойми, что двигало им. Что движет нами. Отправляйся в монастырь. Тебе многому надо научиться. Дорогой племяш, скажи, Аджай, за кого ты болеешь? Что больше влечет тебя, лотос Амиты или дерзкая прическа и волевой подбородок Сабала? А? Каждому свое, но тебе пора выбирать. Признаться, Сабал не в моем вкусе. По моему виду не скажешь, но я вполне себе гетеросексуален. И ты лучше всех знаешь, что в этом мире для меня была только одна женщина. Никакой пощады! Не за вами! Бей его! Бей! Вороны, спешу на твой труп! Кранты. За свою страну я отдам жизнь. Все хорошо. Я в порядке, в порядке. Ты в порядке? Врач нужен? Я и готовилась.
Поосторожнее. Часть оружия может быть снята с предохранителей. Идиоты! Аджай, намасте! Мне, но Амита ему помогает. Вместе мы победим. Осознал. В следующий раз буду осторожен. Я ему сказал, думал, он меня убьет, но он пошел навстречу. Он отличный парень, только идиотов не любит. Сам увидишь. Осознал. В следующий раз буду осторожнее. Yeah,
Заходи, Радж уже ждет тебя. Рад тебя видеть. Сын великого Махана, Сабал сказал, что ты готов узнать, чему служил твой отец. Банашур, бог богов, создал мир песней. Благодарим его за это. Слава богам, дарующим жизнь. Возьми корзину подношений. Свеча — это напоминание, что рост начинается со стремления выйти за рамки. Как ароматный дым благовоний, и ее так же легко развеять. Жизнь без эмоций — ничто, но чрезмерные эмоции могут поглотить человека без остатка. Подбавь огня. Боги даруют нам мудрость. Молитвенный барабан помогает очиститься от дурных мыслей. Прощай. Аджай, помнишь карту, что ты раздобыл? На ней монастырь. Солдаты армии приближаются к твоей позиции. Спрячьтесь, армия идет в атаку. В ящиках есть оружие. Саггират. Намасте.
Солдаты напали на склад с оружием. Нужна подмога. Привет, Аджай, как дела? Ты спас нас. Ты прямо как отец, Аджай. Спасибо, Аджай, спасибо. Амита, монастырь мы отбили. Может, теперь Сабал поймет, как важна разведка? Не будь у нас карты, мы бы потеряли важную точку. Спасибо, Аджай. Туда и нанеси максимальный ущерб. Да, давно хотел это сказать. Максимальный ущерб. Звучит прям как у спецподразделений. Извини, опять понесла. Не буду мешать, нести смерть и разрушение. Это Раби Рейрана, я прощаюсь. Стоп, я же не в эфире. Ну, то есть я в эфире, но не в том.
Ой, работа, работа. Что ж, ладно, я пойду займусь делом. Включу музыку. Сообщение от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Эй, я бы еще послушал, на радио «Свободный Кират» лучшая программа всех времен. Я сказал лучшая. Вы слушаете радио «Свободный Кират», а все благодаря тому парню, который освободил половину выше Кирата. Как там? Да узрит ваша задница свет Фейгана. Всегда хотел это сказать. Thank you.
Пришел почтить память мертвых. Ну и зрелище. Я никогда такого не видел. А я не видел, чтобы кто-то носил с собой прах матери. Скажи, моего отца хоронили так же? Я их не помню. Но с тех пор золотой путь расколот. Если бы он пал в бою, все было бы по-другому. Только вот его убили. Так, стоп, убили? Как это? Кто? Я знаю только, что его убили в его же доме к востоку от Банапура. Может быть, там ты сможешь узнать больше, но будь осторожен. Там теперь правит Нур. Я пойду. Люди умирают быстрее, чем мы их сжигаем, а пепел превращает воду в кислоту. Международном имидже. Кажется, мне нужна публичная поддержка знаменитости. Ну, Денниса Родмана, например. Или, может, выкрасть Бекхэма и выставить против него моих лучших молодчиков? Нет, старо. А, тогда поп-звезду? Дженнифер Лопес пела у Туркменбаши на дне рождения. Значит, и я могу заполучить какую-нибудь гаснущую звезду. Канни Уэста. Читаешь его в Твиттере? Рекомендую. Я был бы не прочь с ним
свободный Герат. Знаете что, я уже и не вспомню, когда слышал хоть что-то хорошее о северной части Герата. Когда я родился, этот регион уже был под контролем Мина. Говорят, там есть концлагеря, где держат нежелательных людей. А что это значит нежелательных? Какое удобное слово. Значит, что угодно. От доставшего придурка до борца за свободу Герата. Но в мире есть столько нежелательных вещей. По мне, так говно нежелательно. Честно говоря, я бы предпочел не срать. И та еда, которую приходится здесь жрать, очень плохо сказывается на пищеварении. А что еще нежелательно? Болтливые девушки, люди, у которых воняет изо рта, или те, которые весь день трепятся о своих детишках, на которых тоже не насрать. Чего-то я тоже нахожу нежелательным. Особенно, когда он портит воздух и не желает в этом признаваться. Ну, то есть, у нас же здесь двое, так? Признайте, что зачем отрицать очевидное? Ну, ладно. Я предлагаю заменить слово «нежелательное» на другое покороче. «Нежить». Да, «нежить» — это хорошее словцо. Не ассоциация, ничего себе так, ну, типа, холить, лелеять. Назовем это «нежитью». Типа, смотрите, нежить зашла. Держись от нее подальше. Или «это нежить». Не смей его холить и лелеять. Ну ладно, вернемся в мозги. Прости, что-то, что обсуждаю твои проблемы с пищеварением на весь Керат. Но их определенно надо решать. Нельзя так со своим здоровьем, чувак. Намасте, Аджай. Привет, Аджай.